Так, добавим. Так, ну что, давайте сетку я вам покажу. Да, пока здесь еще стрим не пошел даже у нас, получается. На Team Liquidia сетка тоже не заполнена. Получается, что сверху я вообще хз, кто это за, что это за игроки. Ourplay, кто это такой, я без понятия. Он выиграл Мудфору 2-0. С 3D3 будет он играть. Вот это кто? Трех уже людей по 2-0 развалил, я не знаю, но он уже в четвертьфинале, вот этот человек. Так, SPX, здесь ЗЗЛ, чуваки, Mong, Скан, корейцы тут. Банив ее майбро, тут какие-то чуваки, это буржуи, по-моему, какие-то вообще. Здесь тоже пока все замедлилось. Саркус, тут есть украинский игрок, я не знаю, кто это, браток. С Зератулом 1-1, говорят, вроде там сейчас счет. В общем, ожидаем какую-нибудь пару, куда заскочить можно будет вообще. Так. Прошу прощения. Так, вот здесь это все будет выглядеть. Неудобно сделали здесь, друзья, все из Battle.net показываются, конечно. Я не знаю, кто такой Гаргуль, если честно, потому что я за первым StarCraft'ом и не слежу-то особо. О, Lancerx проиграл тоже ее майбро, оказывается. Это. Вот он, Масс сидит там. Так, браток выиграл уже, говорите. Он маны какой-то начинает, кто это, я не знаю. Краек, вот против братка я посмотрел, понятно, вот такой краек. Я к Паше уже пойду, потому что я его знаю, как бы, а других я не знаю. И как туда попасть я тоже не знаю, если честно. Так, кто тут играет у нас? Так, ну ладно, сейчас я левну, ничего страшного. Пусть пацаны играют там. Надеюсь, из-за того, что я левнул, ничего там не случится. Я не понимаю, браток видит или нет вообще. Так, краёк вот с братком. Как этого краёка найти тоже? Я просто не понимаю, кто это, блин. Так. Так, отправил ему тоже запрос, вот нашел наконец-то его. Братка, что-то я не вижу. А, у меня есть, он на канале здесь. Короче, ребят, ждите, это не второй StarCraft. Я еще сам на ходу разбираюсь, как здесь в игры заскакивать, но это не просто на самом деле. Придется подождать вообще. Куда я ему-то пишу-то, я не понимаю, чуть не понял. Отсюда писать нельзя, просто я через шипнуть пишу. Но если писать так, через RM... Или это О большое? По-моему, это нолик. Или это О большое? Я хз, короче, что это даже. И так не пишет. Короче, я хз, вообще, что, как тут это все работает вообще? Расскажите мне, как траву. Может, я ему в Battle.net писал? Чай через Battle.net скиак напишу в Рус. Понял. Батл.нете я чуть не вижу, братка, наверное, он по другому аккаунту добавлен какому-то. Так, ну что, написал, Battle.net вообще мне показывает, что братка нет просто, как бы, в приложении вот в этом. Так, что, Павел, браток? Не понял я. А, скобка квадратная. Точно. Где там она квадратная? Вот она квадратная. Все равно не хочет писаться. Буква-то не важна, размер же букв, насколько я помню. Вообще ни хера не понимаю, как здесь работает, что. Блин, и главное, что никуда не отойти, ну, сам чая хочу попить, хер куда отойдешь. Забыл, кем этот краек играет вообще. Так, мамочка звонит. Так, а, статус ДНД, он, братка, что ли, стоял? Опа, что-то браток создал там куда-то. Поехали. Так, айфу краю... О, опять ТВТ. У нас тут одно ТВТ какое-то сплошное. Браток играл уже с Иксом, он же Экс. ТВТ выиграл. Играл с Зилотом, но это, видимо, просто, я не знаю, кто он. И вот еще одно ТВТ. Браток краек. Ну, кстати, по братка сетки идут там люди. Кин ДДАЛ1, я не знаю, кто это такой. Саркус еще тут. Еще какой-то чел сюда идет. Пока что Ликвипедию не заполняет у нас Юра, поэтому я не знаю, что там даже как вообще. Так, ну что, барак у братка через дебошечку. Здесь то же самое абсолютно происходит, ребят. Так, вижу, тут по поводу доты какие-то споры идут. Вот. Вот. Установил я, чтобы запариться все-таки как-то Steam с этим, с Рутони чатиком, заодно доту поставил, а так я вообще не играю практически. Только вот к другу иногда бывает захожу в гости, там игру сыграю, бывает одну. Ну так, в чем у меня там типа 3400 или 3500 что-то как бы на аккаунте. У меня все равно некоторыми лучше играть, чем этот ММР. Пен Прилепский подписался на премиум. Вот, наблюдал такую картину недавно. Мой кореш был упорот просто наглухо. И Аксом просто 0.19 отыграл. Вот, и потом где-то 3-4 игры ему подряд просто такие же животные, как он, просто попадались. И как мне кажется, ну, если ты не будешь косячить, тебе таких не будет. У вас как-то система, если ты... И вот так вот делаешь, как он, тебе таких же днищ просто и кидают. Как вот. Вот. Конечно, бывает и когда и не так совсем, но... Прям, блин, я удивился, что как бы после такого так вот происходило. Как будто там, ну, примерно как бы считывает система, как ты действуешь, тебе таких же дают, типа. Может быть и нет. Но я угорел. Постебался над ним маленько, ну... Давайте, в принципе, нафиг, короче, не будем все это обсуждать. Смотреть будем первый StarCraft. Браток против Краёка играет. Я хз, откуда этот игрок, но это европейский какой-то игрок. То ли поляк, то ли кто. Не знаю. Спасибо, пан Прилепский. Спасибо всем за премиум и за поддержку, ребят. Мы переходим к Рус Brain Cup опять же, соответственно, у братка 2 факты, здесь уже факторка есть, но зато здесь цеха позже, намного причем позже. Культура приехала, не сможет проехать, ну так, ну постреляет по бараку, по 5 демеджа прилетает он, то есть 1/4 урона 25% наносит вообще сейчас. Да, счет 0-0, просто его вручную надо ставить. Оп, законтролил ультушку. Так, ну, братка, все стабильно добывается, все вообще нормально, я вам скажу. Аккуратнее надо с фультурой быть, она с двух ударов Марика убивает, и это, знаете ли, не очень хорошо. Приехал уже первый танк, у танка рейндж достаточно, чтобы убивать вообще. Есть рейтинг адекватности, но вот кореш мой был абсолютно неадекватен, видимо. Ай, браток, своих рабочих, куда ты, Паша, ты чего, ё-моё, куда ты их по... Это просто провал. Что браток делает, вообще жесть. Он его сейчас убьет его вот этот красный тиран просто, и все, похоже. У Паши пока только в ультурке. Это далеко еще не проигрыш, но наваливает танк. Я не понимаю, почему новых юнитов туда не ведет красный тиран. Так, немец-любитель макроигр. Но не помню, раньше вот немецких тиранов не припомню. Раньше не было сильных немецких тиранов. Так, браток приезжает, прям в наглую все минирует. Лучше бы Мариков не убивал, мины бы больше демеджа, мне кажется, нанесли бы, если браток Мариков здесь не убивал. Ну, по лимиту нагнал почти, но вот начальные потери рабочих сказались очень плохо вообще. Так, на Твиче Дотан играешь? Ну, я говорю, корешу захожу, бывает, игру сыграю там какую-нибудь, но это крайне редко бывает сейчас. Времени особо нет, а там вот это очень много времени занимает просто. Плюс зачастую, точнее, на 99% это бесполезная трата времени для меня, по крайней мере. Если бы я еще стримил, то ладно бы, как его, ну, то есть я ничего не стримлю такое. Так, уже больше Паш лимита. Факторок все больше и больше. Вультура плюс танки играет, похоже, браток. Здесь у нас Старпорт. Производство увеличивается. Заезжает братюня. Отминировал танчик на выходе старбазы. Заехал. А вот ответка, кстати, в рабочих неплохая захочет. Надо заехать на ХГ, браток, попытаться, мне кажется, нет? Минки остались? Нет, не осталось, похоже, вультурок минок. Ну, считаю, что успешный заезд вообще. Нет, на самом деле, для первого Старкрафта вы не смотрите, то есть, вот. По то, что тут рабочие взрываются, здесь очень сложно контролить. Ну, взорвались, ну, заново отстроил, видите, если игра равная, сам приехал, браток. Многие просто, кто пишет в чате и не играл, например, в первый StarCraft, ну, у вас к этой минуте бы, я не знаю, даже ЦЦшечки второй бы не было заказано. Здесь очень тяжело все это делать, потому что реально тяжело. Братку старый опыт помогает, краек, я не знаю, сколько ему лет, игроку этому. Вы видели, мина? 3 танка. Они демеджены были, минус 125 наносят, у танка 150 хп, то есть на 25 все задемеджены были, в итоге танчик просто погиб вообще. Плеер Твича лучше показывает, чем ГГ. Нет, это чушь, плеер Твича не лучше точно не показывает, лучше надо просто исходное качество ставить на ГГ. И тогда все норм будет. Но то, что на Твиче качество хорошее, это совсем не минус, а плюс, ребят. Браток поехал там в центр, я смотрю. Ультуры плюс танчики. Ой, сколько ультуру, Паша, много. Пытается давить краёка здесь. На танках чуть не отливался, надо минировать. Как же ультуры медленно танки убивают, и как же быстро их мины взрывают, что, собственно говоря, сейчас и произошло. Так, ну, браток здесь убил, все, надо подводить прирост вперед. Здесь есть Врайт, который нафиг танк сейчас бреет, и все, и беда будет. Выходит Галика, 2 + 3. Вот, поехал Паша. На минках взорвался танк. Ну а что делать, зато Галики с культурками сюда приехали. Ну, разобрали бы они бы этого Врайта, если бы он драться собрался. Караёк с гляхами, но он не собирается. Нет, мины... культуры против культур мины не работают. Также мины не работают на рабочих. Вот насчет полосок ХП я не знаю. У меня, как у обсервера, они полоской, видите? Я бы поставил классические кубиками. Если можно где-то это сменить. Вот. Если где-то можно сменить, сообщите мне, я сменю в итоге в перспективе. Так, ну, браток нормально тут минирует, смотрите. И здесь тяжело оппоненту вообще что-либо сделать. Тут у братка уже минерал онли вовсю качается. Можно было третью газу занять, какая разница. Наверное, у тебя, потому что пока на ГГ жалоб нет на лаге, насколько я вижу. Так, браток тут на мине взорвался, я смотрю. Опять центр поломился. Здесь, кстати, у краек два танчика спереди как-то маловато, это я бы сказал. Браток пытается отсечь здесь все. Опять заминировано наглухо. Выпиливаются танчики, выпиливаются все. Есть Врайт, надо уйти. От Врайта нужен Голиаф здесь хоть один. Где хоть один Голиаф вообще, Паша? Ну, по крайней мере, он отсек оппонента от этой базы с 9 часов, получается. Еще ультуры едут. Врайт хоть и медленно, но верно убивает танк один. Скоро еще... может одного минуснуть попытаться, но я думаю, что второй танк здесь точно брать, он не забрать, потому что гляху уже есть, сейчас туда пойдут. У краёка что-то здесь просто какой-то сумбур, все криво стоит, надо в центр выйти, чтобы отогнать братка оттуда. Пока Паша уверенно очень проводит игру, по-моему, он контролирует ее. У него минерал онли качается, у оппонента нет. Единственная туретка здесь. Здесь бы еще одну туретку на цехе прям напилить, чтобы райты не напрягали. Ну, вот браток обносит, да, туретчиками. И да, вот здесь базу ставить не мешало бы. Голиафа есть, здесь уже 2 врайта. Почему дальность до сих пор галиком не сделана? Вот это ошибка. Ну, они и без дальности врайтов разносят, но с дальностью они просто, ну, там, раза в 3 дальше стрелять начинаю, чем изначально. Просто там супер много дальности дают. Это апгрейд уникальный. Вот делается дальность. Все остальные грейды уже здесь есть. Скорость ультура мсич. Так, а это откуда? А, это дропшип тут пролетел. Поехал браток своими танчиками сверху. Все-таки прогнал в итоге. Здесь такая очень хорошая группа наверху вратка. Ай, мог он сейчас прям вообще в этот же миг, как рабочие переводились, их, собственно, и минуснуть. Но не срослось, не получилось. На минке заехал Мючка Паша. Ничего страшного. Сиджится все, краек идет вперед, пытается выбить прям под всю, ничего себе, тут такая армия. Пришел прям под всех братка юнитов. Браток загрелся вультурами вперед. Здесь 5 танчиков, вообще в хлам вультура они раскрошили. По лимиту браток даже протел. Но он не дает третью занять с оппоненту, а сам уже 4-ю ставишь, самое интересное. Так, ну плюс один у братка есть. 3 часа занимать, здесь тоже есть плюс один. Но нет третьей цехи у Краёка. Вот он сейчас... Надо давно было минерал-онли занять и не париться. Больше минералов было, было бы здесь проще вообще. Позиционная война в центре. Браток Валькирию построил бы куда. А, это Краёк, это не браток. Валькирия против брайтов хорошо, например, работают. Но они работают против масс брайтов, понимаете? Когда брайтов мало, я вообще не знаю, зачем этот дорогущий юнит, практически бесполезный, здесь нужен. А браток не собирается переходить во брайтов каких-то, например. То есть он... Пока здесь бьется, минус 0 ЦЦ, хлоп, кстати, Краёку. Хм. Ну, минерал онли он сейчас займет, но ему газ нужен срочно, третий, как бы, а газа нет. Ну, браток, кстати, третий сам не качает почему-то. У него база-то есть, но газ не качается. Так, танки ультра. Я не понимаю, почему Паша, почему у него старпорт без пристройки. У него просто гигантское преимущество сейчас, на самом деле... Экономическое вообще и по лимиту. И братку сейчас надо просто подстроить медиваков, этих дропшипов немножечко и попытаться разобрать просто дропами какими-то. А у него их нет вообще. Это очень плохо, потому что... Так, взрывает. Краёка неплохо. Ну, сейчас его разберет оппонент его просто и все. Без дропов. Отсекает браток, я смотрю, от вот этой группы юнитов. Приросты, кстати, смотрите, грамотно отсек-то. Там врайты в итоге этот прикрыли. Чем врайта прикрылся, он начинает медленно, но верно все здесь разбирать. Цеха выжила. Он долго, конечно, будет эту осаду забирать. Но рано или поздно должен убить браток там все. А Краёк на братковском респе просто начинает занимать цехи. Так, двумя своими врайтами минус 0 братковского врайта Краёк. Вот как-то Паша имел преимущество очень-очень долго и очень большое, но он его не перевел в качественное какое-то преимущество. Он просто не может в лоб драться сейчас до сих пор. А там уже вторая атака готова на танки, то есть они танков с двух убивают вообще. Привет, Гал, это не СК-2. Ну да, есть, да. Это StarCraft Remastered у нас. Браток, что-то на 6 часов полез. Зачем он на 6 полез? Так, что это такое? Кирилл, здорово еще раз. Тебе спасибо за турнир. Всем, кто поддерживал, если кто смотрит стрим в данный момент, спасибо большое за такой призовой просто, я не знаю. С таким призовым всех сюда подтянут. Подтянутся, я думаю, вообще по-любому. Вот смотрите, просто ездил, браток. Все насливал, преимущество просто нереальное было. В итоге так дропшипов и не отстроил. Вот смысл ДВТ с землей ездить. Ну тогда бы взял бы, отсек бы вот этот рез хотя бы. В ТВТ линия такая-то, оборона делается просто зачастую. Укрепления, там танки, туретки, там минки, голиафы стоят. Просто отсекается центр карты или то направление, которое хочешь занять. И дальше ты дропами начинаешь брать. Браток без дропов воюет, поэтому просто Краёк приходит, блин, и здесь начинает все разбирать. Плюс 2 обратка, слава богу, доделалась. Но, кажется, его не спасает это плюс 2. Сверху он тут рабочих напереводил краек. 103, 4, 103. Ну и все, лимита тут крайне мало у Паши остается, насколько я вижу просто. ЦЦ ходит, он так и не занял. На одной своей мини-лонли, блин, остался в итоге. А здесь у этого два респа получился. Респа вторая, в общем, в наглую причем. Просто в наглую, ребят. Перебор какой-то. Здорово всем, да, но вот летел, к сожалению, вообще. Есть, но я не знаю, смысл... Блин, так, с таким призовым, конечно, можно было бы и дабл сделать, я думаю, но... Понимаю, что это бы весь день бы просто шло бы, турниры до ночи, как бы. 91 на 130. Здесь браток не выбил. Еще рабочих бы вот он направил бы на минералы здесь и здесь. Я так понимаю, что это проигрыш для братка уже точно, абсолютно. Как такую игру можно было проиграть, я хз, но так получилось, ребят. Тут уже до братка минералонли добрался краев просто. Браток уже вынужден за минералонли просто драться. С хайграунда танки лучше атакуют, чем с фулграунда у них. Промахов не может быть, а снизу может быть. Ну как, наверное, какая-то небольшая вероятность с ХГ есть промаха, но это практически нереально. Плюс с КГ, по-моему, на единичку рейндж больше. Хотя я вот не уверен. По-моему, что такое было. Ну все, браток последних юнитов в атаку бросает. А, здесь он краевку заблокировал вторую сверху, но это практически бесполезно, то, что он там заблокировал. Он заблокировал, а дальше что? КСМки вынуждены в борьбу бросаться и танчики пытаться выпилить. Здесь райтом будет все отбито вообще. ГГ Паш пишет. Странно, какое-то нелепое поражение. Мне кажется, что надо было просто выставить... Точнее, не выставить, надо было просто на старпорте пристройку и дропы. Дропы, все. Так, давайте Юра пиццу закажем. Ну, Юра там очень сильно занят. Конечно. Я бы тоже от половинки не отказался бы. Если честно, уж все отсюда хрен встанешь теперь. Это не второй StarCraft, где там их поставил F-пенчик за игроком и смотрим. Хорошо, хоть так можно тыкать и заходить к его. Опа, случайно я тут отдалил, ребят. Можно ближе, можно дальше. Здесь очень просто сделали, что можно отдалять, да, как бы. На скролл. Так, ну все, ребят, поехали дальше. Так, ну что, краек желтый, браток. Серенький такой. Серо-розоватый. Это у нас питон карта называется. Как же я ее не любил раньше. Для бродцев она нереально тяжелая. Что с тираном, что с зергом. Потому что вот две базы ты занял. Просто вот от второй, третья минерал онли. Это вот просто нереальное расстояние. А с газом так вообще вот со второй надо выйти. Сюда прийти. Здесь ширина какая. То есть ничего не застроишь ни хрена нигде. Зерги забегает, вультура заезжает, все вообще дичь полная. А за, между мейном и респом, например, вот респа 4, то есть между 6 и 7, вот респ. В районе 8 получается 8-9, вот это вот. Вот в районе 12 вот, и в районе с 2 до 3, вот здесь вот респ получается. И между вот этим и этим респом получается вот база. Она такая островная, только не на возвышенности, а внизу как бы. Сюда дропаешься. И вот этот минерал здесь для чего находится? Чтобы тиран наглый ЦЦ его не построил, сюда не прилетел, не посадил ее, не начал добывать прям здесь. То есть нужно рабочего перевести, добыть его, и тогда вот сюда база сядет. Здесь вот аналогичная база между этими респами. Так, краек находит братка. Вот он приехал, разведывает, видит, все прекрасно. Сзади Марик. Оп, запилил кто? КСМ-ка? Нет, Марик убил, да? Да, похоже, что Марик добил. Пошла факта. Опа! А у братка две факты в этот раз. Это агрессивно очень. Здесь тоже две факты. Ну, наверное, это особенности питона, игры на питоне ДВТ. По лимиту чуть плюсе, братюня. Рабочие там и там строятся. А вы помните, кстати, рекламку надо пильнуть, что надо отключать отлоки, подписываться на премиум, поддерживать меня и мой канал по возможности. Я думаю, знаете, как это делается прекрасно. Вот, а у нас... что у нас? Рус Brain Cup. Первый турнир. Первый турнир. Призовые больше не пополняются. В процессе турнира странно это даже. Мне казалось сейчас, учитывая... как они росли, просто как на дрожжах до турнира, мне казалось, сейчас прям на вот на самом-то турнире еще надо пополниться, пока нет. Но призовой и так почти 1000 баксов, то есть 50 с лишним тысяч рублей уже. Ну, 50 ровно можно считать, там 200, ладно. Это странно. Ну, я не знаю, почему так сделали, но Да, проек опять будет тут. Ай-яй-яй, какой файлончик. Братюня, братюня. Это похоже на поражение уже, на самом деле. Просто разгром состоялся мариков и всего-всего здесь. А все почему? Потому что браток сделал первым грейдом мины, а краек сделал первым грейдом скорость культурам, ребята. Это очень сильно зарешало. Каким образом? Да таким, что были словлены на этой скорости в центре марики. В легкую просто. 27-35. Нет, пока не поражение. Но рабочих краек братку выбил много, и у него теперь ЦЦ-ху больше возможности поставить, на самом деле, есть. Но сдаваться очень рано еще. Пошли у краев. Все везде заминировано наглухо. 42-48 по лимиту. Братку надо рабочих отстраивать. Он потерял сейчас, естественно, здесь, в этой битве. Он потерял меньше 10, я думаю. Так, ЦЦХ у братка при этом всем вроде отстает, а ЦЦХ раньше. Что краек делать собирается? Гляп, кстати, опасный юнит. Чем он опасен? Тем, что они мины вычищать могут в легкую, эти гляпы, как бы, и дойти до воротка может, получается, достаточно легко, краек. Так, кстати. А, ну, либо так, либо никак. Музыка, что-то я помню о том стриме делал, потому что я слышу, что она совсем не тихо играет, но вроде как норм. Но тише сделать не получится. Так, здесь галики у братка, вультур пачка. У него танки есть, кстати, сич на них делается, так понимаю. ЦЦХу почти одновременно доступен. Краек Старпорт заказал. А у братка есть? Не, у братка нету. Это плохо. Ну что, опять может вылететь в райд нафиг и зарешать там. Так, кстати, счет надо выставить, пацаны, погодите. Все, что-то не хотел единичку ставить. Краек. Шрифт, говорит, не найден. Я думаю, шрифт не найден. Так, ну, браток обминировал все вокруг здесь вообще. Сюда ехать без шансов не нужно. И вот, тут мне нравится, что краек так рано начинает подстраивать дропшипы просто. То есть, ну да, здесь браток стоит, да, все заминировано. Сейчас возьмет он два дропшипа, 4 гляпа, 2 танка сюда. Он прилетят, дропнутся и попробуй их выбить. Горло вообще не. Так, краёк решил, что пора выбивать, братка. Братюня не согласен. Плюс 2 танка очень вовремя подходят. И вультуры приехали прям нереально вовремя здесь. Решил вультурами дофокусить, дофокусил. Ближе пытается подойти. Надо хоть пару голиафов сюда подвести, мне кажется. Вот здесь дроп прилетает. 4 вультура, кстати, к брату. А нет, даже 3. И все, сразу проблема на... Ну нет, браток быстро вышел, своих привел в ответ. Кстати, и заблокировал выход краев. Хорошо, но сколько же рабочих он? 6 юнитов убито, 0 и 2, 8, 9 рабочих убивает больше, 10. Но это фейл, 10 рабочих, что так убивает, брат. У него даже, правда, на второй даже газа нет, насколько я вижу. Так, здесь братюня поджимает, всех культур сейчас слил, пытаясь заминировать. 2 танка, но тут голиафы вовремя подошли и все не... Так, ну блин, почему голиаф-то одного не построили турецку, чтобы этот барак здесь не летал сверху над братком? Браток собирается в лоб задавить, смотрите. И ведь работает. Пришел, минки ставятся, культуры танчат, сзади танчики заходят. Голиафы здесь уже явно не справляются. Краёк пытается вывести рабочих своих вперед. Нужно ли в сидже драться против рабочих? Мне кажется, сложиться. Надо, ой, минка взорвала своих всех. Ё-моё, такая жесткая минка была. 54-67, еще похоже на 1-1. Паша все-таки мучил и замучил. ГГ, Краёк пишет, ребят. Ну что ж, напряжно это вот такое получилось у нас. Но это фактически пуш был от Паши, то есть это практически all-in был, то есть он не, даже голиафов не строил. Но задавил, с дропами справил, да там дропов-то один прилетел и все, больше не было дропов. Все, готов хост, спрыгиваю сюда. Все, Паш меня сам не скинул, нормально. Ну что, пацаны, третья карта. Поехали, браток против Краёка. Счет 1-1 у нас. Сверху я его текстом написал, этот счет, как вы видите. Ну а третья карта у нас Fighting Spirit называется она. Более крупная. Хотя питон тоже крупный на самом деле. Достаточно. Но на питоне, например, центр абсолютно безрельефный. То есть там дерись как хочешь, там ровная поверхность получается. В этом плане питон отличительная его особенность. Здесь же у нас в центре вот находится база, за которую, если минералы на всей остальной карте высушены будут, битва будет. Такое бывает иногда, да. Ну а в целом карта интересная. На мейне 9 минералов находится. А в первом StarCraft, напомню, это норма. То есть, что, например, на мейне 9, а здесь 7 на второй базе. Бывает 9 на мейне, на второй 8. То есть, как бы, чтобы 9 на второй... Второй 9 такого не припоминаю. Бывает на мэне 8 тоже минералов. Были карты даже, где 10, по-моему, куча минералов был на мэне. Ну, какой-то. Тот какой сумаист, кто там сумаист, я вообще не понимаю, про что речь, ребят. Задержка есть, вы там пишите. Мне не все понятно. Так, ну что, чтобы на разведку выезжают. На кросс, что ли, поехал Краев? А, он в центре проверил, нет ли бараков. И Паша делает абсолютно то же самое. При этом он даже, ну, в обход едет сейчас. Просто не в обход, а на кросс едет и просто в наглую угадывает. Опа, около 2 рабочих поехало. И зачем? А, вот оно что. Смотрите-ка, как интересно. И нашел на халяву оппонента, и фактана от центре пошла. Но ведь сейчас, смотрите, вот если этот рабочий не погибнет, и Краёк его назад поведет от братка, просто, ну, в минерал сюда, он как раз через... Отменил брат бороток факту, зачем? Отменить факту, чтобы на минуту позже ее достроить. Ну что за бред Паша делает, я просто не понимаю. Нахрена это надо, блин? Ну все, теперь здесь готова факта, здесь только заказ. Смысл этих действий-то какой вообще? Ну поехал он вообще. Так, выпилил рабочего. Ну не знаю, что из этого должно получиться у братка. Что он хочет, чтобы получилось, сейчас поймем. Мариков, по крайней мере, он добавляет. Факторка сейчас будет готова. Ну, лабу надо ставить, да. Видимо, танк плюс вультуры будут здесь. Здесь вультуры просто строятся из цеха. 2 вультуры и пошла лаба, соответственно. Здесь у нас первая вультурка заказана. Ну, либо это вультура со скоростью и потом в танке выход. Да, похоже, что это вультура со скоростью. Другого я варианта здесь не вижу. Почему? Потому что здесь вот готова пристройка, соответственно. И третья факта. С танчиками третью факту не на что прокормить бы было бы братку. Дома 4 марика оставлено. Для Польшки баш строит, все нормально. Или все-таки это танк здесь сижим плюс вультура, не знаю. Так, ну тут долго что строится, значит танк скорее всего. Да, танчик это. Пошел враток с танком вперед. Еще ее не достроят. Че, Мариков не берет сюда, не понимаю вообще. Так, еще КСМК. И минки это были у врата. Танк нужно чинить обязательно, Паша, иначе беда. Да, я понял, что какие-то жареным тут пахнет. Браток вычинивает танк. Плюс 2 вультуры. Выходит, краек тут на мины уже. Кстати, если бы эта мина высунулась, один танк ее не способен отбить быстро. Да, и смотрите, раш-то удается. Паша здесь все разваливает. 3 факторки работают. Можно пацанов взять. Сейчас они придут, помогут неплохо. Пофиг на минку. Здесь на рабочих не агрится, поэтому за танчик можно за свой не бояться. Можно было бы еще КСМ-ку вывести, например, попытаться вычинить. Ну, по-моему, здесь всего достаточно. Рабочая, конечно, жирная, но они не настолько жирные и демеджа много наносит, чтобы подбиться был бы шанс какой-то здесь малейший этими рабочими. Да, и, похоже, браток проходит дальше. Эту клан там уже проходит. Четвертьфинал, наверное, проходит. Или там полуфинал, да, я что-то не слышу в этом стадии. Все, Паша уже на ХГ. Здесь 2 танка по рабочим танке вратка стреляют. И в итоге из-под сплэша и танк сам дэмэдж получает, которого чинит там краек. Надо минировать прямо вот здесь. Еще браток не хочет прям там минировать. Идет краек вперед. А, это мины не все братка мины были. Это, ребят, 2-1 в пользу Паши. Напряг, 0-1 проигрывал, но побеждает. В итоге молодец. Респект таким парням, как браток тогда, что я могу сказать. Идет дальше Паштет. И выпадает куда? Да, в четвертьфинал он попадает. Так, ну Sarkus против... Так, секундочку, ребят, не годится. Так, ну что же. Думать надо, куда дальше нам идти, ребят. Я, конечно, хотел бы к братку пойти, но проблема в том, что там неизвестен еще оппонент его, и я не знаю, какой никнейм у игроков, которые с ним, вероятно, могут играть, с Sarkus там и т.д. Так, браток там зарепортил вроде. Так, Монг, кстати, начали играть, наверное, да. Скана выебил этого Монг кореец. Так, рекламу пильну, у вас там будет она не сейчас. Она будет сейчас, когда я говорю, ну вы меня позже услышите. Спасибо всем за отблоки, отключенные за премиум. Помните про поддержку. Спасибо всем, кто поддерживает. Короче. Привет, Ремс. Видимо, там еще ничего не происходит. Я не знаю, Саркус, еще он играл с кем-то или нет. Я вообще не знаю, что у него за игрок оппонент вообще такой. Я посмотрел его матч, но надо туда зайти и понять, как зайти. Сейчас я отойду, ребят, что мне хочется в туалет. Сейчас продолжится все. Куда-нибудь прорвемся обязательно. Так, все, вернулся сюда, ребят. Так, Паш куда-то свалил, по ходу дела. Или я хз вообще, где он? Ну, я буду его придерживаться, потому что я не знаю, куда там еще можно попасть. Может, конечно, к Монгу было бы заскочить, но я их не вижу здесь просто. Так, но остальные все походу играют. Что-то там Magic стримит, я вижу. Magic какую-то ТВЗ. А, Ion Zerg и Чон Манни. Это кто такой, я хз? Кстати, это где вообще, в какой части сетки? Что-то одна часть сетки SPX, где играла, задерживаюсь очень сильно. Непонятно. То ли там долгие игры были, то ли еще не отрепорчено, не пойму я. Привет всем, пацаны, все нормально, Бэтскилл, привет, все нормально. Ждем пары, смотрим Рус Brain Cup пока что. Ну, тут у нас не так много матчей, все играют там везде. Так, Банис тут пришел. А где Русбрейн сам? А, вот Монг, кстати. Монг с ним играл. Так, Банис проиграл 0-2. Надо отрепортить это. Так, видите, Монг, значит, он уже в полуфинале будет сейчас. Он будет ждать, соответственно, браток, кстати, по этой части сетки идет. Ну... Что тут можно сказать-то? Это, конечно, хорошо. Ну-ка, браток будет играть так и непонятно ни хрена. Браток там вообще на стриме или нет, я не понимаю. Либо буду просто уже стримить игры других игроков. Монг выиграл у Бонита 2-0. Жесть, да. Монг, конечно, кореец. Силен, силен. Димага где? Ну, Димага во второй старт. Димага в первый StarCraft вообще почти не играл. Так что ему участвовать в турнире было, ну, сложно очень. То, что Монг победил, да. Утро. Зимняя дорога. Хорош, и сердце замирает от восторга. Откуда ты взялось? Орка. Что ты такое? То есть один игрок участвует, да? Или наоборот. Что братка тоже ни хрена не видно. Там сделать один приз, поэтому не делали уже посев. Ничего нет смысла. Вот так. Или что-то я опять тоже сам. Что он угорает, но я не пойму, когда игра-то будет какая-нибудь. Зала на один, как отсюда вообще? ФСК, походу, пропускаемо, да? Ну, тут такой призовой, что ладно, короче, придется немножечко пропустить. Так. Magic SPX стримит. Так, у Паши какое-то музло. Он, кажется, ушел куда-то вообще. Так, не понял, я думал туда зайти, ну ладно, или пока не заходить, я даже хз. А, там еще нет хоста, через Magic, если что, заскочить помогут, в принципе. Что-то там случилось с Клавой или хз вообще. Так, начали они уже. Интересно или нет? Ну, хоть куда-то я зайду, потому что, блин, печаль какая-то. Так, ну давайте посмотрим, ребят. Счет, я так понимаю, 1-0 в пользу SPX. Вот такие вот дела. Постоянно забываю, как эта карта называется. Ну, не суть вопроса, ребят. Ион Зерг против SPX бьется. Ион Зерг против фаворит. Я не знаю, что там в сетке у нас происходит. Юра куда-то пропал. Так, полуфиналы по очереди вроде будут, Юра говорит. Ну что ж, это хорошо. В хату играет Ион Зерг. Разведка поехала. У SPX Депуха Барак. Рабочие строятся, 10 их пока на мэне, ну, один разведывают, один барак строят, соответственно, 12 уже есть. Вторая допусточка пошла, ну, это, наверное, барак в цеху будет, я не знаю, что это именно будет. Овера нашел, тоже вперед, вторым рабочим вперед поехал, а нафига вообще? А, ну, кстати, да, этот, учитывая, что этот не туда пошел, понял просто, где живет Зерк, и пораньше решил SPX к нему выехать рабочим, чтобы разведать, что же там творится. Приедет, увидит хату сейчас. Увидит макро, хат, увидит газ, увидит тайминг, пул, все увидит. Ох, извиняюсь. Так, трилинг кот, побежали, здесь собака за КСМ. Что там после Бонита и Скана, которые вылетели? Не понял, кто там фаворит, если честно, я. Поэтому и вообще про что ты говоришь. Я, если честно, хз, кто там фаворит, не шарю. Здание вместе выбрать нельзя. В первом Старкрафте, к сожалению. Марики, по-моему, по ЦЦхе сейчас, да, собаки вообще не дамажены, по ЦЦхе сейчас просто залп сделал SPX, но это случайность. Здесь вторая раскачивается, три хаты уже работают, все везде рабочие строятся. Уже можно об овере подумать, что он саплайблок сейчас будет. Ну и, видимо, в шпиль будет Зерк выходить. Я пока не знаю, во что именно он будет выходить. Ну, похоже на то. Привет, Пека. Привет всем, ребят, кто недавно подключился. Рус Brain Remastered Cup у нас сегодня. Как я и обещал вчера и позавчера. Ну, смотрим. Гулф СК уже идет, ну, туда... Пока мне не прорваться никогда. Оппонента нет и братка. А, погодите. Это уже четвертьфинал, то есть победитель уже в полуфинал пройдет, что ли, получается. И пишите мне, если кто знает, какой здесь счет. Я понял из общения в чатике, что SPX 1-0 ведет, но может быть это не так вот. На самом деле. Здесь две плетки. Шпиль делается. Понятно, что лимит пока SPX+, но очень скоро муту вперед полетит, начнет напрягать. Собаки что-то забежали, марики их поковыряли. Ну, делаются пристройки, делаются, то есть сканы на ЦЦшке. Плюс еще 3 барака, 5 сейчас заработает. АПМ, да, особенно у Зерга АПМ нормальный. У SPX поменьше, но тоже большой, 270 сейчас. Праска 2 скана от SPX, видит он все, кроме шпиля. Во прикол, вообще, вот ну шпиль. Надеюсь, SPX понимает, чего ему ожидать, иначе мут сейчас прилетит и будет тяжеловато. 2 туретки делаются. Так, ну что же. Есть уже 7 муталистов. Сейчас овера будет отводить сюда, брать их в контур, чтобы мутастейк сделать. Естественно, и он за... Пытаться захарасить. И уже хайф пошел. Уже, то есть, есть, смотрите, Квиннест и хайф. Значит, это, возможно, гвардианы. Так называемые гварды. Аналог грудлорда второго StarCraft. Чем грудлорда аналог гвардов? Но они разные, им это абсолютно. Гварды не плодят грудлингов, ребят. А у SPX проблема на второй, смотрите. У редких все сбрил его оппонент. Куда SPX идет-то вообще? А, он думает, что там третья. А тут третьей вообще нет, ё-моё. И в лоб навряд ли получилось бы пробить, учитывая. Так, Мута пролетает на мейн. Здесь есть туретки, есть марики, 6 муталисков. Осталось это немного. Ну, потерял рабочих, здесь SPX потерял. Туретки все на второй базе, но в целом живет и по лимиту в плюсик. И нормально можно биться. Здесь люра пошла. Третьей базы не было, так и нет. И непонятно вообще, для чего вот этот хайф делается. Ну, наверное, для гвардианов. Кстати, сейчас марики случайно этот найдут. Будет неприятно оверов наминусовать. Может, нормально. SPX здесь. О, смотрите, зашел SPX, 3 овера минуснул. Сразу саплай блок подъехал. А вот третья прямо здесь ставится, рядом с SPX. Да, и похоже... Так, хайф готов уже точно. Грейта Спайра не вижу. Зато дефайлеры. Да, это не Грейт Спайр, это... Хотел дефайлеров выйти у нас, получается. Зерк. Вот так вот можно по максимуму одолеть. Смотрите, сколько. Просто, блин, больше четверти карты захват. Продолжает подмутый. Карась. Ну вот меня беспокоит, что у Зерга Evolution один. У него вообще грейды какие-нибудь есть? Нету пока грейдов никаких у него вообще. У SPX +1 на мариках есть. Но один фиг, они 6 пушек ну никак не убьют. А вот гидралом можно забрать. странно вообще дефайлеры, учитывая, что грейды вообще ни на лингов, ни на что и не наблюдаются, не делаются. Я думал, что это гвардианы будут, то есть логично было бы мутку отсюда заморфить, как раз на вот этой базой, получается, третьей, и сюда давить, ведь тиран особо ничего не сделал. Дичик это люралинги, естественно, сейчас пойдут чумовички, я их называл, чумовики всегда, чума, потому что называлась плага, но это и есть чума, как бы. По-русскому переводе. Ну тут даже не знаю, мы темная стая в первую очередь нужен такой скилл. Чтобы марики не пробивали все план. Так. Ну редко все-таки мутку забрали одну. Приходит SPX, вот он на 4 люкса пошел, ё-моё. Кстати, я должен сказать, что выпиливают SPX снизу, встает за хатку. Здесь 3 люркера есть, но хату выпилит, смотрите, сейчас. Хату выпилил, мариков не надо на люру-то дальше вести, ну... Что-то случилось, не понял, что случилось. Написал какие-то буквы у нас, Ион Зерг. Кажется, SPX заходить сюда собрался. Или нет? Может и собрался, но... Ой, темная стая поперла, пробегает SPX вперед. Дефайлер отфокусил, молодец. Ну тут еще один есть. Не вижу, есть ли весла у него, чтобы обнаруживать все. Ну, похоже, что нет вообще. Привет, шайба. Так, а у SPX свич мех идет стандартный для игры тирана с эргом современной, как бы. К чему этот свич приведет, посмотрим. Да, это настоящий монг. Естественно. Хоть огневики это единственное спасение вот от этого каста. Как так, вон там темная стая получается. Без огневиков вообще тяжко. Люркера выбил. Так, скролл задел, приблизил назад. Продолжается развить. 2 эволюшена работают. Но у Зерга 3-й базы нет. У Тирана тоже 2 цехи. Он уже в мех получит, перешел. Не понимаю, почему он 3-ю базу не добавляет. Тиран-то. Нахрена танк там в Анжелю рыбу, не знаю. Часть танков вывел вроде как. Медленно, но верно. Зерк тут пытается вытянуть уже вультуры, плюс танки вперед идут. Часть мариков выжила. Минерал онли тут Ион Зерк занял, потому что ему больше нечего занимать. Марики заходят, они нужны, чтобы муту сейчас отогнать. Ее хоть немного, но она танки может на халяву убить. Марики с мутой справились, танчики прикрыли, получается. Собаки выходят, они на адреналине, по-моему, уже эти собаки. Опасно это. Грейды. Одна броня, пехота. Как у нас поживает 1-1? А, ну все, пехоты больше грейдов и не будет. Плюс 2 ЦЦшки. Мех, 1 атака. И армори молчит, пока ничего не делается больше. Плохо. Честно говоря, смотрю эту игру, и Зерг выглядит беспомощным. Может, что-то не так там у него, не знаю, но как-то так вообще. Честно говоря, вот... посмотрим, как кореец сыграет в полуфинале. Мне кажется, там другой уровень будет игры. Вот. Здесь все вроде SPX законтролил, уже респ у него тут занимается. Такая... Рабочие, блин, и медик. Хер он тут делает, этот медик, который даже не атакует вообще. Ну, отбил его он Зерг сейчас 3 часа, соответственно. Ну, надо туда привести еще юнитов каких-то. Здесь дефайлера что-то забрал у нас, получается, SPX. Идет вперед. Ну, Зерг понял, что тиран уже свич воздух сделал. И добавил просто муталей. А муталей очень много. А мехом мутали разбираются тяжеловато. Нужно либо очень много голиафов. По голиафам... Голиафы не 100% урона по мути наносит. Либо добавлять валькирии, получается. Валькирии, это твоей возможности добавить особо нет. Я Старпорта даже не вижу. Похоже, что да. Галики тоже могут биться, конечно, но их надо реально много. Особенно, если мута еще броню здесь делает. Так, и он, наверное, уже больше пулеметов. Прилетает, ну тут хлама на этих галиков с собаками разберет это. Похоже, это 1-1, ребят. Так, ну ЦЦ тут нуду убивает, новую SPX ЦЦ дальше строил. Как-то мне кажется, он с двух баз слишком рано с био в мех перешел. С другой стороны, в мех переход идет по тайп обычно вообще. О! Мамонты побежали, ребят. Ультралиски поперли. А что есть у тирана? Да ничего тут, блядь. Но они уже с панцирем, то есть 1+4, уникальная броня сделана, и очень тяжело биться будет. ГГ пишет SPX. А, здесь мута аннигилировала верхнюю базу. 1-1. Браток как сидел на канале, так и сидит. При этом всем странно, это как-то все. Так, ну что, ребят, рекламу пока не буду пилить, потому что там игра идет. Вы помните про то, что надо от блоки отключать, поддерживать меня мой канал. Братка, оппонента я так и не вижу до сих пор. Ourplay выиграл Русвона, или я не знаю, как там никнейм звучит. Прокат часть сетки самая, короче, отстающая. Уже вот Кус сидит в чате здесь. Там он в сетке должен играть. Я не знаю вообще, как бы я его спрашивал, он ничего не ответил. Непонятно вообще, я даже не знаю, доходит ли до игроков сообщения или нет. Но Юра тоже что-то куда-то пропал, и я не знаю, какая ситуация в сетке. Так, ну что, прыгнул в игру. Так, нужна, Юр, тут нужна ситуация в сетке. Что там с Саркусом, как он, там, братка, часть сетки что-то отстает. Вообще ни хрена непонятно. Надо было выяснить что-то, как вообще, где что происходит. SPX, другого ностальгии у нас карта, интересно. Для Зерга тяжелая, это явно. Тиран выбрал, вторая база Минерал Онли. Как-то так. Так, ну что, ребят, третья решающая карта, поехали. Пока смотреть в любом случае нечего. Более. А здесь игра идет. SPX против Ion Zerg. У нас бьется 1-1 счет, но фавориты по Ion Zerg. Ну и здесь SPX играет два барака с мейна, то есть это будет выход, естественно, в мариков. Во что же еще это может быть выход? Со стимом достаточно ранним. И Зерк, посмотрите где... Опа! А вот это уже необычно и интересно. А как он защищать ее будет? И мейн одновременно. Здесь, значит, макрохата третья будет на рампе, либо прям здесь, наверное, я не знаю. Я понятия не имею, как Зерг будет эту базу защищать. Против, тем более, раннего стима, получается. Неплохой контроль от SPX. Забирая дрона. Нужен газ или... Погодите, не газ... А, депо вторая. Нет, еще пока, да. Supply блок уже. Да это даже втык с депохой был, получается. Газ будет или нет? Да, будет газ. Надо делать академию, в общем-то, и как, да, вот пошла академия. Здания располагаются аккуратненько за мини-картой. Здесь еще вот пространство есть, вы видите. Тоже можно вообще все отключить нафиг. И вообще так, все хорошо, да, видно будет. Только непонятно, где кто живет. Можно вот так вот удалить, конечно, да? А что без информации? Вообще норм. Но с информацией как-то все-таки понятнее, что происходит. Приезжает SPX, видит, где вторая хата, наконец-то, у Зерга. Не понимает, что это лейерочек. Видимо, в люру. Либо в какую-то раннюю муту, получается, с двухбас, я не знаю. Пока дроны строятся, мариков здесь. Такая неплохая группа. Почему-то еще можно вот на Ctrl можно выбирать, а двойным кликом мариков фиг выберешь, например. Тоже не пойму, почему, если честно. Скорость им будет готов. Да, вот марики плюс 2 медика. Можно вперед идти. Дома огневика с медиком отстроил. Поставил сюда на ход. Либо двух огневиков и все. Точнее, можно два огневика с собой взять. И еще одного отстроить дома, например. Выдвигается SPX вперед. Нужны пушки, по-моему, очень-очень сильно. Но если тиран будет идти нормально вперед, он сможет прийти на какую-нибудь из баз, как бы, и проатаковать нормально. Да, огневик медик здесь все блокирует вообще в легкую. Кто там колется? Вот это что было, абсолютно непонятно мне. На мейне тоже плетка. Может прийти минеральную линию на мейне, на изичек заблокировать сейчас просто и все. Можно забежать, пушка всего одна, ребят. Вторая еще далека от готовности сейчас пушка. Огневик заходит. Пас огневика. Хорошая атака от SPX. Ну, карта совсем не зерговская, ребят. Это ГГ, ребят. SPX дальше пройдет сейчас. Пацаны, это стопудово. Я думаю, что мута здесь уже... Не, она может мариков и отобьет это мута, но... Хрена по 500 раз он колется, да, я не понимаю. Спейс, еще первый стим не кончится. Он еще жмет, все жмет, жмет вообще. ЛР падает. Но это все, это катастрофа для Зерга. И Лейер и Шпиль потерял. Здесь бичарская хата стоит, даже не Лейер. Несколько штучек здесь. Вот у тирана все нормально, все живет. Сейчас туретки будут, плюс маленький. Я думаю, что здесь все понятно. Туреточка на рампе, марики строятся. Ну, здесь делается рейндж мариком, я так понимаю, сейчас у SPX. Он сканит, куда он сканит? Мейн он сканит, видишь, что здесь лейер делается, восстанавливается. Здесь старпорт на одноучное судно, одно весло с радиейтом, просто в муталисков раскидаем и все. Минус муталисков получаем. Привет, кто недавно подошел, ребята. Так, здесь все больше и больше мариков. Бью в целом. Опять шпиль пошел. Хата восстановлена. На стиме SPX спустился. Я понимаю, почему опять он идет? Просто пачкой мариков. Здесь еще целая пачка дома, блин. Халя, овера забрал. Возьми ты вот эту вторую-то пачку. Че он так боится забегания, что ли? Да не будет тут такого жесткого забегания, это факт. Овера минус нут, что Зерк оверов на ровном месте потерял несколько штук вообще. Здесь реально много юнитов стоит. Ничего так пошло, говорят, марики. Опять плетки, а теперь еще и фиг... А, кстати, что сейчас? Зерк, смотрите. Сейчас муты подстроят, пока SPX с одной пачкой тут бегает. Везде там пушки. Пробить никак. Взял бы сразу вот эту. Можно было бы 3 пушки вообще заходить туда нормально. Но здесь проблема в том, что... Если здесь была макрохата и пушки на рампе были, здесь хата и пушки не защищали. А они стоят таким образом, что можно просто за... сюда базу вот так вот обойти сверху, сюда зайти, еще и пул выбить и вообще минеральную линию сюда заблочить, например, добычу. Не понимаю, почему SPX только одной группой марикеров идет. О, тут на муре все идет. За минеральную линию зашел, рабочих штук 5, наверное, забрал сейчас. Ой, медики отдаются. А, 2 осталось. Хотя здесь больше пачки марикеров у SPX было. Короче, карта абсолютно не зерговская. Здесь и он зерговская тяжело. Медик упал. Проливали, медика просрали. Лечиться мариком нечем. Отбивается Ион Зерг. Сколько у него рабочих осталось? 3, 4? Не очень. У него вообще сколько рабочих? У него всего там 20 даже нет, наверное. Их тут цехи строят. Все, готово весло. Если и радиет у него или нет, я без понятия. Но надо просто взять все био и пойти вперед, просто убить, по-моему, нет? Есть и радиет. Все, теперь мути. Ой, как жгет там сам себя и он Зерк. Не может он сплитить муталисков. Куда ты вообще, контра? Ай-яй-яй. Это было смешно, конечно. смотреть со стороны, но когда сам на этом месте находишься, и это первый StarCraft, где надо вручную найти этого юнита и просто чик вывести оттуда, то нифига не смешно. Два, 3-4 по лимиту. Ну, перспективы съехать с муты нет, а здесь же какие-то другие юниты нужны. Мариков слишком много. У весла еще один радиет есть. То есть тут уже даже этого скоржей подстроил, получается. Еще пушки добавляются, но их 4 всего, как бы. Надо просто прийти, проатаковать, что и делает SPX. 10 минут залетел, турецку минусом. И радиет сразу получает. ГГ, это ВП, ребята. Это понятно уже стало, на самом деле, после первой атаки Мариков. Ну, отдать это, я не знаю, насколько надо мертвого отыграть дальнейшую стадию, чтобы отдать выбор. Но... все-таки не отдает SPX. 26-67. Пока, правда, сопротивляется еще и Ion Zerg. Не хочет он сдаваться. Явно. О, залетела, огребла. Вот она спряталась здесь. Металлисты улетели в итоге. ГГ, пишет Ion Zerg. SPX победил, он в полуфинал, получается, вышел, что ли? Похоже, что да. Браток, я так понимаю, так и не начал играть, да? Ну что, SPX против Ourplay будет играть? ТВТ, что ли, получается? Я бы даже, пусть бы... Ну, я ТВТ уже сегодня насмотрелся, даже пусть бы Magic выстримил полуфинал. Magic бы стримил полуфинал. Я посмотрел братка, часть сетки, так еще и нету там пока ничего вообще. Так, а вот не можем найти, не понимаю, что ждать, там Саркуст висит против вот какого-то чела уже, я не знаю, блин, часа полтора, наверное, блин, дайте техлуз кому-нибудь, пусть дальше играет браток с кем-то, Куст он сидит здесь, если он на связи, пусть он с братком играет, если там нет чела вообще. Что происходит, сколько нам ждать-то теперь? Так, короче, ни корейца, ни куста у Саркуст. Нет, они отсутствуют. Ну, значит, надо, если сейчас они не появятся, просто продвигать братка к Монгу и не париться, потому что по-другому здесь никак вообще. Какой браток-то делся, ё-моё. Браток теперь какой-то делся, блин. Так, Узгры откуда пришел? Так, начинается мошна, короче. Начинается мошна. И происходит... Короче, Кирилл говорит, бан типа пусту за то, что он тупил, сидел, не написал админу, что корейца нет, короче, не знаю. Я бы постримил бы куста братка, а полуфинал тут пусть играли бы, например, бы и все, как бы, ну, что запариваться. Что-то куста, короче, выпилили на 4-й квали, я вообще ни хера не понял. Ладно, пусть Кирилл там сам решает, я бы на самом деле не стал бы на первой квалификации тут просто раздавать всем направо и налево баны, ну потому что это перебор. Реально, как бы, турнир крутой, система здесь убогая. Ладно бы это был второй StarCraft, где все понятно, а здесь хер пойми, даже кто там видит, не видит сообщения эти, как бы. Вот, все-таки здесь это... Каменный век первого Старкрафта только отчасти отступил, как бы, ну, вот, в новом ремастере, где так-то все похоже осталось, да, получается. Вот. Так, короче, какая-то херь происходит. Опять какая-то непонятная тема, блин. Да я все понял, мне кажется, бред на онлайн-турнире это делать. На самом деле и так уже время просрано много. Зачем там кого-то были банить, там выпиливать, я хз, короче, вообще. Вот. Короче, ребят, не обошлось без какой-то машины. Так, ладно, давайте смотреть, ребята, Ourplay против SPX. Первую сыграем, потом уже тогда ну, там, решайте, что как вообще. Яндекс там уже готовит призовой на шоу-матч Куст против Братка. Я не понял, просто Кирилл выпилил Куста, потому что он сидел, ждал. Ну и он был АФК, да, ему писал, он не отвечал нифига, например. Но, не знаю, надо ли было еще со второй, с третьей квали его зачем-то выпиливать. Ну, он на любой сможет, в принципе, сыграть с другой стороны, как бы. И если первая займет и упадет в финалы, получается, сезона, то тогда какая разница, да, в какой он будет играть. Не принципиально, но вопрос в другом, в том, что... Как бы он-то был онлайн, корейца не было, нафиг, вот, ну, не знаю, короче. Забейте. Так, один полуфинал. Так, а мы что, куда-то спешим? Привет, Евгений Пономарев, здорово всем на Твиче везде, ребят, Рус Brain Cup. Сейчас я выйду, короче, тогда, если браток там ждет уже. А, ну кореец, как бы, кореец там, может быть, спешит, я не знаю. Так, ладно, короче, ливаю я. к братку идем тогда. Давайте, да, тогда я братка. Ну а что делать, короче? А где кореец? Устроили кипиш на ровном месте просто. Все, ребят, сейчас что-то кореец не может к братку приконнектиться, я не понимаю почему. Так, надо добавить его, может быть, будет попроще тогда. Нифига у корейцев там тег, прикиньте, вообще какой жесткий. То есть у них пятизначная, а у наших 4. То есть это насколько у них людей больше, на порядок больше играют, чем вообще где-то. Хотя зависит ли это от этого вообще, я вот не уверен, ребят. Браток левнул, что ли? Чуть не вижу, братка Паша. Перезаходит, по-моему. Так, Рус Брейн хастанул, что ли? А он норм. Монго желтенький пинг. Что, поехали. Кирилл здесь, и я тоже здесь. Опа. Подлагивает что-то у нас тут. Немножечко браток против Монг. О, не, ребята, это жулики. Тут вообще лагает в хлам вообще. Вот. Паузу Паша ставит. Оранжевый Монг, браток коричневый, ребят. Счет 0-0 сейчас я уберу здесь единички все эти. Ну, Монг это прогеймер. Монг Лансера в райтаме чпокнул? Не, не видел. Но это надо, чтобы в райтаме просто убить, надо иметь реально слишком высок. Ну, то есть уровень игры намного выше оппонента. Потому что тиран, что просто в райтайме убивал, я что-то такого не припоминаю. Хотя всякое могло быть, но... В общем-то, Монг это прогеймер корейский. Вот. Топ-16 CSL он находится. Очевидно, он очень мощный игрок. Но у братка АПМ больше всего, у нас есть шанс. Ладно, АПМ здесь ни при чем. Короче, суть не в этом. Fighting Spirit первая карта, позиции 7 браток, 11 монг получается по левой части находится. Вертикальные респы получились. Ну, посмотрим, что Паша сможет противопоставить этому корейскому мощному игроку. Вот. Я не знаю, на самом деле, как бы в первом StarCraft'е корейцы еще мощнее, чем во втором. То есть, и нужны ли они на таких наших турнирах? Это вопрос. Но это решать Кирилл. Он изначально, его идея, он призовой изначальный, как бы, дает. Конечно, тут на этом турнире столько призового собралось, что можно было бы все сезоны, получается, распределить по 100 баксов просто и нафиг. Почти, ну там, хватило бы. Но люди заносят, что пацаны играли, а пацаны играют. Почему бы и нет? За это всем спасибо, всем, кто поддерживал. Ну и... бараки пошли на мэне. Все стандартно, абсолютно пока. Никаких нет из центра бараков, никаких рашей нет. Чизов, подкуш, я не знаю, хотя это термины больше уже из второго StarCraft, там чизы, подкуши. Так, неужели браток не спалил, где... Вот, он понял, где Мон. Ну, он должен был понять, но он через центр хочет проехать, посмотреть, нет ли там бараков. Пришел Монг и начал Паш пилить. Рабочий гоняется за этим, за КСМом. Вражеским рабочим Марик садится на хвост, но это не первый, не второй StarCraft, здесь не так просто рабочего поймать. Че, сам старину не тряхнул? Ну, я в ремастере 3 игры сыграл всего внутрь. Я его второй StarCraft не играю, а в первой играть без практики, ну это смешно, зачем? Опа! Кажется, Паша делает то, чем он победил предыдущего игрока. Это какой-то пуш из центра будет. Возможно, прям с 3 факторов, кстати говоря, это будет пуш. Ну, у Монга тоже 2, у братка позже, кстати, факторка, чем у Монга. И Монг идет через центр. А, он факты не увидел и обнаружил, что у братка вот она факта где. Посмотрите, ну ёпарасоте. Паша, не теряй КСМ-ку, что ты делаешь? Ну все, это провал полный на самом деле. С корейцем так ошибаться не стоило. 3 факты будут у братка, похоже. 10 уже ультура готова, там факта не доделалась. Ну перебор, перебор. Плюс еще 2 факторки пошло. Приезжает мой культурой, забрал КСМ-ку и уезжает. Через патруль тут Монг контролить начинает. Надо хоть одну КСМ-ку, да, на рампу вывести, но по центру ее поставить, чтобы она отконтроливала. Здесь лаба только заказана, здесь вообще ультуры строятся, танк там будет. Блин, а вот если бы тайминг не сбил Монг факты этой, было бы, конечно, все гораздо круче у братка. А он сбил весь тайминг нафиг. И это очень печально. Отставание уже по лимиту прослеживает. Так, марики пришли. Ну, 2-2 вультуры на изичах мариков выпили. Правда, одну вультуру Монг отдал в итоге. Мариков не стало, здесь вультуры также подстраиваются. Интересно, какие... А, грейдов вообще Монг не делает на вультуры. Ни скорость, ни минки, ничего не делается. Здесь грейд пошел в лаве тут уже. Надо выезжать, прикрывать танчик. 3 вультуры у братка. И здесь 4 уже. Нужно ли вперед ехать? По-моему, нет. Паша сейчас. На ХГ братку идти, куда он 3-4 дерется? Ну ё-моё, ну это же отдача, ну 3-4 дерется. Неужели не видит Паша, я не знаю. Ну что за ошибки такие? Нелепые. Не, ну дальше-то все норм, конечно, здесь. Вышел танчик, танчиком прикрыл. Здесь 2 гала вперед идут уже. Ну, кстати, в принципе, нормально, что братка. Галиков убить пойти надо просто, и все. Здесь 3 факта. Без старпорта, кстати, одними голявками. Он Ну, это такой стёб от него, я так понимаю. Ну, как стёб? На самом деле, в хороших руках Голиафы, они юниты сильные очень. И другое дело, если дать засиджиться танку, они минки убивают, просто жесть гали. Вообще с ними номинировать, ну, практически нереально здесь. Но нужно ждать еще один танк, нужно ждать еще вультурок, нужно ждать сидж, нужно подводить сюда барак и как-то брать в осаду Монга, получается. А он и на, а что ему? Он стоит с 6 голиафов здесь. Вообще, как бы, голиафа... Ну, то есть, если грамотно делать, сиджем вперед идти, где-нибудь сейчас краешь, вот так сидженуться, там по одному залп сделать, там по другому. Ну, тут бараком все видит Монг, понимаете, как бы. Контролит, отводит назад, все замечательно здесь. Браток выставляет мины. Танчик один ближе поведет сейчас. Вот сюда можно засидеть. Ну, браток аккуратно ведет, еще ближе. Армори бы ему, чтобы галиков, чтобы барак отогнать. Ну, та просядет, он ресурсов меньше будет на эти. Неплохо. Тут минки даже достали у братка, но по лимиту 53-42, то есть лимит проседает. Очень много вульдов этих вультурах лимита, вультуры, сами понимаете, как бы это мясо против голиафов даже тех же. И у Монга есть старпорт, это что значит? Ну, сейчас загрузит 4 голиафа, вот сюда прилетит и ГГ Паша напишет. Либо сюда на танке, на минке дропать смысла я не вижу особо. Так, тоже тура от Монга едут вперед, они танчат. Кстати, Монг поехал и отдавался. Танк 3 уже у братца. Они все зелененькие, живы-здоровы, строятся еще. Лимит вообще равный практически. Ничего себе, братюня, молодец. Ничего себе. Корейцу чуть собрался разваливать. Тут мины есть. Куда ты на мины, Паша? Что ты, мины свои под танками убивай. Сорвалось все к херам собачьим просто. Я извиняюсь, я переживаю, но тут все нафиг вообще. Взорвал Монг, короче, минами своими этими. 4 галика на ХГ. Есть, куда ты, Паша, едет? Паша наглеет там. Танчики сидятся дальше. Барак сейчас погибнет, только барак погибнет. Это все, печаль, вижена на ХГ нет сразу же. Еще галики грузятся, полетели сюда, пусть танк. Браток засидел с другой стороны. Хорошо, минка зашла, но танк нужно снимать. На ХГ, кстати, ни хрена, кроме двух голиафов нет. Но танк-то прикрыть все не мешало бы. Танк прикрыть браток нормуль не может. В итоге по частям как-то отдается. Еще пока лимит вроде есть, но тут уже два дропшипа и... Да. Ну, Монг шарит, как побеждать, что говорить. Ох, 3 минку вообще взорвало царски. 3 голиафа Монгу. Гультуры прям на мэйне, оказывается, братка. Все тут начинает экономику напрягать. Взрывается очередной голиаф. Там голиафы выходит просто. Если получится заминировать все там еще жестче, то будет вообще прекрасно. Монг ЦЦ хуже строит. Танчик от братка приезжает. Нет, здесь ничего особо сделать не получилось, к сожалению. Браток, конечно, минирует. Но благодаря шаттлу можно, понимаете... А, здесь уже искан есть. Так, неплохо минка сработала. Танчик живой, Монг подступает к танку. Галики фокусить пытаются. Бог, хороший взрыв. Еще 2 галика минус. Вультурка на мэне атакует. Лимиты даже равные у братка с Монгом. И еще даже один танк подъезжает, кстати говоря. И прессинг-то продолжается. Заходи, Паша, да нафиг ты их сидишь, не понимаю. Куда этот танк стреляет? Почему он по рабочим-то стреляет? Лучше бы на муви шел бы сейчас. Браток бы здесь. Очень напряженная игра такая получилась. Вультур очень много. Они успевают подъезжать, потому что у них, вы видите, есть мук уже. Неплохо на халяву вультура здесь убивает. Монг в это время галиками там в тылу работает. Но дома-то втык идет. Рабочих отдал. У братка больше, как я понимаю. Рабочий даже сейчас. Танк заехал прям под минеральную линию. Все взрывается здесь. Неужели у Монг... Ой, галики взрываются, как жестко, блин. Танчик еще одного минусует. Рабочих браток просто затрепал здесь гультурами, смотрите. 37-33. ГГ, Монг пишет. И еще гультуры едут. Ничего себе, браток побеждает, оказывается. 1-0 по-царски вообще. Паша дает джазу, но это был щиз. Я чуть не понял, как Монда лагает, может, ну не будем там. В любом случае, корейцы даже на лагах такого нас брить надо уметь. Ну что, где Кирилл-то, кто хостить-то будет? А вот. Так, и все, ладно, иду сюда. Так, пилю рекламу, ребят, чуть там 100 минут не пилил. Спасибо всем, кто отблоки отключает, поддерживает, там, ну, там как угодно. Подписывайтесь на премиумы или как-то еще. Погнали у нас. Вторая карта, браток против Монга. В этот раз Монг синий, браток красный. Вот прям как во втором старике, разноцветные. Противоположные цвета идеальные появились. Так, ну что же. Ну все стандартно, как и в той игре. Браток против Монга. Депошечка барак, газ что-то пока не тот строит. В ЦЦ-ху играет Монка, браток тоже в ЦЦ-ху. Но Монг без разведки остается вообще. Так. Ввиду задержки, а Монгу-то что, Монг FPS стримит, ему не нужна задержка на стриме. На самом деле. Так. Приехал браток на разведку, увидится цеху. Кстати, КСМ-кой, вот если бы браток резко среагировал бы и Марика первый начал пилить бы, можно было бы его, причем вот так вот, через оклик не утыкал, брат КСМ, как бы Марик запилил, особенно если на первый удар наносит. Плотную, то есть на халяву подходит. Благодаря ранжу, конечно, Марик его разбирает, но не если вплотную стоит. Так. На Твиче там за сетку спрашивает, я смотрю. Могу скинуть я сетку туда. Так, ну тут цеху браток добывает, и Монг добывает. Пока все ровно. Две факты делаются. У братка даже чуть раньше, кстати, они, получается, заказались. Братка 6 рабочих здесь, а у Монга 8. Значит, у Монга на мэне поменьше, наверное, или нет? Да нет, у Монга на мэне поменьше. Неужели уже настолько больше рабочих у Монга? То есть это насколько их надо было строить так вот? Ну, в этом и вся суть. Вот, например, у братка не строят сейчас рабочие на мэне. А у Монга вообще строятся постоянно. То есть они должны строиться все время, без вообще задержки либо. Так, вторая фактурка, третья. Что Монг спалил? Спалил он? Нет, третью факту точно не спалил. Ну, походу, какой-то агрессивный билд от братка также получается. Здесь тоже плюс две фактурки. Бараки туда-сюда летят. Пятая фронтовая пашка. Масс-вультуры там, масс-вультуры у братка. Кстати, отличий немного, на самом деле, пока в развитии. Я искал, что у Монга все там лучше намного. Но полимету чуточку в плюсе, и пятая факторка у него раньше. И 4 было, кстати, тоже раньше. И вообще не везде продакшн у братка, если с депоками что-то понавтыкал тут маленько. Так, ну Монга больше, сейчас он братка подловит своими вультурами. О, это печаль вообще будет сейчас. Намного больше Монга, заходит он на ХГ. Это почти ГГ сразу же, вот как в начале такая ошибка, прибил две вультуры. Посмотрите, здесь сколько выжило. Сразу 50-70, 20 лимит шли почти вровень. А здесь ведь кроме ультур не танчиков ничего нет. Один-один, ребят. Очень быстрая игра получилась. Бывает. Чуть там у тебя, Юр, норм, все. Пехоту играют, но в ТВЗ. Слот был закрыт, а я чуть все тыкаю туда. Они не шли вровень, у Монга было больше ультур, поэтому он и победил. Братку не нужно было драться в такой позиции вообще. Удаление максимальное происходит. Вот он, браток. Где, вы спросите? Давайте так смотреть. От ССХ, а что, зато прикольно. Зато как по-настоящему, как из космоса спутник запустил. Не смотришь, можно миникарту оставить там, например. На миникарте больше, да, как бы выглядит это чем? Ну, почти такая же, как здесь. Ладно, не будем такой фигней заниматься долго. Все, восстанавливаем. Монг против братка бьется у нас. Счет, кстати, 1-1. Я счет забыл проставить. Браток взял карту. Для многих это уже удивительно, да, как бы. Молодец, но Монг там как-то через Голиафа попытался отбиться, и не получилось еще. Так, ну что же, ребят. Давайте по игре. Аутсайдер это карчу. Смотрю, на Юрину еду засмотрелся. Подумал сейчас, что как турнир кончится, пойду поем. И отдохну. И вообще горло у меня болит. Хотя сегодня еще Голд войска идет, но я боюсь, что туда уже не успеть попасть на него. Будет, наверное, ладно, потом я сетку на Голд войска посмотрю, здесь пока отвлекаться не буду. Оба разведают. У братка стенка и у Монга стенка. Ни один, ни другой проехать не может. Браток решил КСМ-ку потерять. А надо ли это делать-то было? Да через Минерал Вок уходи. Оп, ушел, Паш, смотрите-ка. Какие жирные, да? Сюда проехал и стреляли, и назад еще успел выпустить вообще. Факторку братка в относительно необычной позиции, вообще логичнее было здесь выкать, ближе бы к проходу было. Браток ставят справа ее. Опа, два старпорта Паша решил сыграть на данной карте. Два старпорта это интересно, но вот этого товарища надо, конечно, принимать. Иначе он доствижен на все эти два чертовых старпорта. Мимо, смотрите, мимо. Один выстрел мимо был. Это чертов первый StarCraft. Он даже на рампу еще не успел заехать. На ровной поверхности взял, промахнулся. Чуть не пропустил. Так, две вультурки, три марика от братка вперед. А тут что же Монг делает? Вторая факта и армори, да, он. Ну тут край там просто два галика построить и все. Да я следил за чатом на самом деле. Сетку скинь, Стрэндж, пожалуйста, мой кумир. Кнопку стримером, чтоб еду, может, закаливал. Мне не надо кнопки, мне нужно лаве, чтобы ее заказывать, если заказывать где-то. Вот. И телефон. Все, больше мне ничего не надо. Но у меня есть солянка. Мама сварила вчера, поэтому... Все. А, позавчера. Или вчера. Вчера. Что за суббота? Вчера. Короче, все норм, поэтому с едой. Поддерживать канал надо, безусловно. Переводятся рабочие, ребят. Монго вторая цеха начала добываться. Спокойно, абсолютно. Все строится. Вот, скан будет. Здесь два врайта у Паши есть. Не вперед летят, еще два делать. Цехи нет, поздняя цеха очень получается, скажите, поэтому билду. Не очень хорошо. Все, один галик мейн охраняет. А еще нет ведь. Вот инвиз только пошел. Надо хоть что-то успеть убить, пока инвиз. Ну, мне недолго осталось здесь стрелять вообще. Так, вот уже два галик. Все, есть скан, надо уходить, Паша. Ушел от первого скана. Здесь второй имеется в наличии. Вот этому товарищу на один удар голиахом осталось. Не надо его составлять, иначе сейчас минус прайд будет, Паша. Что ты делаешь? Так, ультура плюс марики. Здесь три танка. Какие ультуры марики вообще? ЦЦХ делается. Не, ну вот это с прайдами как бы билд, он норм, но... Если игрок нормально играет, кореец, то это печаль полная, как бы. Абсолютно. Здесь просто достаточно правильно. Арморе, пристройку для сканов. Сюда же туреток не надо. Просто галики есть, просканил и все. Марк Монг уже вперед начал шевелиться, двигаться. А отбить это нечем пока что. Есть Сичу, Паша? Нет, Сиджи. Плохо. Рабочий переводит, браток. А у Монга интереснее Сичу. Приходит Монг. ДГВП, ребят, 2-1. Ну, Монг вот сейчас истинный уровень показал свой, и все стало ясно. Нет, вообще не здесь. Здесь есть еда. Здесь я комментирую. Залп минус танк. Ну все, тут ловить нечего, на самом деле, братку. И это понятно сейчас становится. Тут три марика, он каких-то хитрых трупов. У Монга 2 Старфорта, он еще его в райтов переходит. Прям в лоб пришел, Монг убил. Ну вот этот билд через брайтов, он этим и опасен, что по земле ты полностью проседаешь, и цеха позже и позже. Две Паша пишет. Монг в финале. А как там у Мэджика? В матче дела обстоят. А он все еще идет. А какой там счет, пацаны? SPX против Ourplay. А этот Ourplay, это откуда вообще? Кто это такой? С Minato в полуфинале. Так, кстати, кто-то в финале у нас будет, получается, из наших. Там ДНС ShoWTimE в другой части. Но у нас финал Рус Brain Cup на горизонте, поэтому пока что не до голпоиска. Надо продумывать просто, на самом деле, по времени, потому что его, честно говоря, хотелось бы мне голпоиска стримить, а этот турнир, особенно вот так вот он будет проходить, он затягивается настолько, что я туда просто не успеваю. Надо, я думаю, пока первые два турнира запилены, а потом куда-то переносить по датам, потому что на другой день переносить, это вообще не вариант. Давайте мальчика пока посмотрим. Я не знаю просто, какая там игра, какой счет, какой тайминг в этой игре. Да и давно пора, мне кажется, поактивнее сыграть. Казах. Не знал вообще, я так первый раз к такому игроку и слушаю. Просто кто раньше играл не дико сильно, как бы они сейчас все это время, как второй StarCraft был, некоторые из них тренились, и как бы у них сейчас норм уровень. А бороток местный флеш. Его второй катает до сих пор нормы. В первой нормы, блин, что-то бороток молодец. Ну, во втором, конечно, не так он прям, как в первом. Но вчера, помните, с Блаем как было. Чуть не забрел Блая. Топ-1 СНГ ему. Ну, тут надолго, похоже, это движение. Ну, что? По карте-то мы видим, что SPX побольше. Что сделать это? Такой пучок. В таком состоянии быстро убить. Все равно. Да, эта база не будет, потому что постоянно туда-сюда летаем. Ну, зеленый рез поджимает. Отжать рез в этой ситуации на самом деле это. А я не знаю. Приблизить победу очень сильно свою. Кстати, я об этом не подумал сейчас. Но опять пассивно, опять налево сворачиваю. Почему ты не хочешь агрессивно сверять? Почему ты не хочешь сюда прилететь? Вообще ничего не прикрыто. Одна турецкая фигня вообще. 200 лимитов. Замечательно, под трехсунцем. Все прекрасно. Спейк держится молодцом. Кнопочка начинает, по-моему, по макро уступать. Перемещение. Разложился и ждет чего-то, да? Какой план на победу? Затуречивание планета. Как SPX собрался выигрывать, мне непонятно. Замечательно, что он до сих пор не проиграл, это мы видим. А дальше что? Так, хорошо, инженеркой затанковал, смотрите, синий здесь. Зеленый, точнее. Но летит, дропается, как у бога, в одно место дропнулся сейчас зеленый тиран, если честно. Вместо того, чтобы на муве дропаться и сплэш минимизировать, дропается вообще вот. Непонятно ли. Дропщики еще сейчас поумирают, потому что один умер, второй умер, третий умер. Немножечко Гаргуль подслился, потому что Вадимон Вин первую проиграл, да, потом ее выиграл. Он играл нормально или опять какую-то дичь? Интересно. Первый снял стан, а дальше? Пошел. Подслился, конечно, с дропшиками, с этими залетами сейчас. Так, тут про StarCraft. Гаргуль, но в целом ситуация по-прежнему хорошая. StarCraft 2. Все близко, позиционно, все тоже абсолютно баланс. StarCraft 2 бета, что за... Где? Я чуть первый раз слышал. Вот эта база. А, бете, что там Strongest, что-то он был. Не знаю. Потому что, может быть, и до Battle Cruiser дело дойдет, кстати. Пора бы уже. Там ошибка, наверное, то, что это не второй StarCraft, а первый там вот в этом описании, походу. Стремительно прорвать по земле. Хороший вариант. Дропнулся давно, но здесь... Но это точно не первая игра уже, ребят, можно с уверенностью сказать. потихонечку секретная заготовочка, что потом крузеры не батл-крузеры, но появляется аргумент, очень много врайтов с огромной кучей портов. О, тут масс врайты пошли, прикольно, прикольно. Сюрпризом. Масс врайты — это прикольная тема, ребят. Так получилось, что одни тираны остались в полуфиналах, но и что делать? 5, да. Батл-крузеры будут против масс-райтов. Ну, вообще масс-райты-то поопаснее, конечно. Он очень продвинулся вперед. Гаргул продвинулся свое положение. Но заставить Монга играть серьезно, ну да, да. Финал, так. Battle Cruiser Operational. В Казахстане ждет сейчас, да, в Сибири учился. Что это за Сибирь такой? Институт уже такой? Сибирь. Или что это такое? Здесь галочка редких не выделит. Казах 1-0 выиграет, понял. Спасибо за инфу. Ну и в этой игре фактически поровну они поделили карту, но раньше у зеленого игрока вот остров, например, занят. Пройти. Пока без грейдов. Райтов уже много. 3 армори есть, 3 куда. О, а здесь батлы, смотрите, у SPX. Вот пытается в центре. Мне бы в третью заскочить, если она будет, бы вообще было неплохо. В принципе, получается. Ну, пока вообще не понятно, будет она там, не будет. Готовится дропчик. Кстати, призовой у нас все-таки на одно место, да, в итоге распределилось. Мне кажется, надо было... Да мне не кажется, я уверен, что надо было не на одно место распределять призовой, потому что сейчас кореец все лавехи заберет. Помогаю. Здесь тоже можно попробовать продвинуться вперед за счет тех же врайтов, которые очень мобильные, передислоцироваться. Опа, батлы летят вперед. Надо врайтами их прием делать им сейчас. Ну, 6 батлов это уже сила на самом деле. Где врайты-то? А чё так мало ты? Столько танков сейчас отдает. Да, 1-1. Отдача врайтов. Пачка врайтов на 6 батлов. Здесь двумя пачками надо было прилететь и аннигилировать этих батлов просто. Тем более еще батлов галики снизу прикрывают. Совсем, хотя вроде как, кроме мин, здесь ничего не сдерживает. Вот сюда можно было неплохо отрезать соперника. Вот здесь вот как-то, да? И сюда начать движение. Неплохо получилось. Выражается все это в лишних минералах. Посмотрите, в лишнем газе. Добывающие вазы, все хорошо. Что там по арморе? Сибирь — это область. Область чего? Мира. Не знаю таких областей. Я тут до сих пор остров не тронул. Поле не паханное просто. Можно зацелить этим. Нет, хотя бы. Что мобильность райтов — это замечательно. Что-то их подслил и 3 раз. Одна пачка, вторая. В принципе, много. Есть еще. Отлично. Потом тоже, в принципе. Никакого сверхъестественного количества. Займем эту базу. Слишком готов. Что, райтов очень много. Даже подчинились, посмотрите. Ничего. Да. Все понятно. Ребят, ну тут затягивается игра, я боюсь, они тут до высасывания всех ресурсов будут биться. Здесь готов SPX. Причем у зеленого ситуация не лучше. Хотя, почему не лучше? По арестам ровно, но батлы, мне кажется, будет плюс размениваться здесь. Должен был это заменить. Нет, серьезно, полетел, отвлек внимание вультурами, галы отошли, и может быть как раз из-за этого-то и получится. Смотрите, прилетают эти танчики, плюс врайты. Врайтов реально много, батлы не в позиции здесь. Надо дальше лететь, ЦЦФ убивать вообще. Рабочих по краешку, по краешку, по краешку. Вот теперь позиция неприятная. Пока батлы летели, это не второй StarCraft, варпа тут нет. Прошло 3 года, батл уже не добывается, это уже умер фактически. Да и в принципе пара батлов сейчас тоже умрет. Врайтики это ребята непростые, посмотрите, с какой скоростью они разрывают. Так, ну под туреткой даем. А что боится синий-то ему? Тут батлов как врайтов, а он что-то боится вообще. 4 батла, наверное, умрет. Да и 5-й тоже умрет. Так, сканы, конечно. И база не бывает еще одна все это время. Ну, разменялся базу зеленым. В принципе, норм. Какие грейды, брату? Двоечки. Нормально вообще. Так. Я-то все знаю. Это просто неграмотно говорить. Нет такой области Сибири. Вот. Сибирь это вообще понятие физгеографическое. Вот, и никакого отношения к... Там нет разделения, в общем-то, областного. Ну, вызовет это со временем, с Матаганом, со своим. Они себя лучше реализуют, чем братья. Так, 30 минут. Там наверху тоже что-то происходит. Смотри, что там происходит. Врайты налетели, по-моему, не? Скажите, мальчик что-то не видит ни хера. Там врайты просто напрягают что-то. Батлов минусуют. Валькирии минусуют. Валькирия ушла, все, врайты минуснулись все. Батла забрал еще. Ну нормально. С батлом перестреливаться не лучшая идея. Здесь не бывает, здесь не бывает. Поехали, еще сейчас выигрывает. Гаргуль. Ну надо как-то закреплять преимущество зеленому, получается. У райтов у него продакшн просто гигантский. ЦЦху походу сейчас заберет, потому что вот эту ЦЦху не дает занять, это хорошо. В любом случае она под контролем синего тирана. Вот сейчас, если бы отлов будет меньше пачки, как бы, а в райтов 2, там 3 скопится, можно батлов унизить будет. Главное их фокусить, если они под туретки, например, находятся, чтобы они... Сейчас начинают подчищать карту от туреток. Спокойно не вылетать не вот так вот как-то, да? А может даже просто по прямой. Кратчайшим путем. С двумя туретками пока воевать неохота. Конечно. Еще пачка в райтов. Пофиксили, но до сих пор не ультимативно. То есть это ограничение по-прежнему есть. Оно стало больше, но оно по-прежнему... Так, 200 в 170. Это ограничение немножечко фиксили, уже тут пару пачек нормально. По количеству. Батлы прилетают сбоку. Тут там валькирии есть. Валькирии быстро будут уничтожены. Но они... Задача валькирии дать залп просто. И там такой дэмэдж пролетит. Кстати, батлы плюс валькирии, да, решение интересное вообще. Все очень плохо у SPX. За эту базу нужно держаться из последних сил. Обязательно. Что-то надо с этими делать. Ну, врайты знают, что с ними делать. Не на туретки же налетают все. Сначала нужно от них избавиться. Еще и по земле не слабее. Может отстраиваться. Файтов очень много, я даже не знаю, сколько бояться одной валькирии, одной тарелки. Можно просто райдейкнуть вальку сейчас. Все. Вон еще пачка готова. Просто штамповка, да, идет? Так, ну, кстати, у SPX это тут, смотрите, здесь раз, два, три добычи, минерал онли, и здесь добыча, а здесь где добыча есть. Раз, база, два, и здесь кончается. Минерал онли даже не занято, SPX и больше тут просто юнитов. Уже начал синий тиран галиков добавлять сюда. То есть он уже боится не справиться с райтами вообще, в принципе. Задушит опять, задушит весь газ под ноль. Здесь много газового, нет минералов. Батл-крузеры уже 3-2. Райтики тоже? Райтики уже 3-3 даже. Просто снимает все туретки, чтобы вообще можно было летать где угодно. Летаю где хочу, законом не запрещено, туреток нет. Можно саплайчик купить. Ну так, райтов используют вообще. Все хорошо. Так, кто-то куда-то. Батлы плюс галики вперед пошли. О, в райты танки идут. Ребят, да ну. Да ну. Райты заспличены. Валькирии, правда, дамажат жестко. Хватит ли в райтов? Хватает. По-моему, их очень много. Батлов было здесь не так много. ГГВП, ребят. Ну все, 2-0. 2-0. Даже переименую я. Все, переименовал все, что финал это будет. Так, перерыв небольшой. Так, Монг уже собирается играть вообще. Так, Minato уже нагнул Арктура. Сейчас я на секунду отогну, это гол поиска, он будет в финале, кстати, но я, походу, не успею в финал. Так, все, здесь, ладно, домой я не звонил, а домой позвонить резко мне. Подождите. Так, все, я здесь. Финалы StarLadder. Вот это вот не знаю. Вообще, как бы тут еще здесь финал не начался, получается, у нас. Кстати, да, они скоро уже начнутся. знаю, какой Микки Маус, но надо Мэджику прыгать вниз. Все, прыгнул Мэджик. У Монга пинг краснющий стал вообще. Поехали, финал начался. Так, ну топим, конечно, за Ourplay, потому что это игрок в Казахстане, который живет. Русский вроде как, и... Конечно, ему будет тяжело против корейца биться, против Монга. Вот он Монг белый, желтым у нас Ourplay появляется. Так, сейчас... Как у нас Circuit Breaker получается. Ну и браток у Монга взял карту первую, самую. И казалось, что он сейчас вообще зарешает. Но в итоге все-таки не получилось ему зарешать. Что-то лагает как-то у меня лично. Голосовалку не я пилю, поэтому... Ну, как бы пилить не буду ее, естественно. Так, пинг, да, красный был у корейца. Ну, посмотрим, что там будет, не знаю. Приезжает КСМ-ка в любом случае, при любом пинге кореец здесь. Фаворит. Умудряется при этом напиливать рабочих, просто что самое интересное. Кстати, ребят, сегодня уже днем этот вопрос возникал, никто не шарит. Можно ли сделать в каких-то настройках, чтобы КСМ был ХП не сплошной линии, а как бы делениями, как было в первом StarCraft, нормально выглядело оно? Или это невозможно сделать? Так, ну Монго ЦЦшечка очень ранее. Сейчас будет факта заказана, вот она пошла, видите, завод. Газ начал добывать, здесь, конечно, две факты уже не достраиваются, ну они более ранние. Ну как законтрить эту ЦЦху, я даже хз. Вот, я думаю, что... Так, счет там какой у меня стоял-то? А, счет 0-0, да. У нас 0-0. получается. Не ожидал я при этом, что Ourplay в финал выйдет. Так, ну и как я говорил, как законтрить вот это все? Ну я не знаю, либо выход какой-то с танчиками делать сюда, потому что ультурами, например, не пробить, может, конечно, заминировать, попытаться проехать. Либо можно было бы, например, без пристроек армор запилить старпорт и дроп 8 голиафов. Такой билд есть, кстати, он очень может неплохо заходить. Два старпорта дома пошло, то есть возможно в райты после цехи. Да невозможно, это стопудово в райты, что-то еще может быть. Готов старпорт, без инвизные, кстати, в райты похоже, то есть сейчас вот уже первый заказан, второй что-то пока старпорт не строит, что-то сейчас нашел строительство. Ну и лава крутится, значит сич там делается, скорее всего. Так, 3 танки КСМ. Опа. Танки ультурки. Ну, 3 танка это нормальный расклад такой. Если сич раньше будет, можно и подвыдавить. Но чем прикрыть от врайтов? А, есть армори, кстати. Есть армори, вот оно. Стоит, соответственно. Будет и голиафы в перспективе. Ну, когда? Пока непонятно. Вот первый готов. На этом Сиджица танк достает до танчика Ourplay, он отвести пытается, успел, смотрите. Куда эти-то на муве едут? Что за лаги, что ли, такие жесткие, не пойму. Думаю, какая жесть вообще. Там второй танк выехал, здесь все вычинивается, соответственно. Ну, бункер упал, да пол попадет, голиафы сейчас подойдут. Ну, надо помнить, что Тулын, как бы, и если Монг отбивается, то он в абсолютном ключе остается. Кажется, были зафокушены КСМ, так потом Монг начинает танчик атаковать. А, бункер села, одна точно бункер села. У райтов все больше и больше, может быть, даже лишится он тиран Голиафа. Решился бы убить Голиафа, но Голиафа-то два уже, у них есть дальность. Упал. Да поху даже Монг решил вычинить, здесь ничего себе дает. Райтов вычинивают, 2 КСМ. Все летает, летает, Монг не пойму, чего летает. Сплэшем танк, что ли, забрал, я не пойму. Чем-то забрал, а танк там. Инвиз на райтов пошел. Выбивает Галика, раз выбил. Второго не выбить, развел на скан. Но... А сколько энергии здесь еще? 6. Все, больше сканов не будет. Сейчас скан кончится, и врайты продолжат свое черное дело выбивать именно. Танки будут, они и галиков. Барак падает. ГГ, Ourplay пишет, он не продавил и понял, что ничего не сможет сделать дальше. Все логично. Вторую карту ждем. прыгаю вниз. Сюда все заходят и все готовы начинать. Монка 1-0 ведет. Ну и кажется, унесет Монк 50 рублей просто наших деревянных. Ну а что, нормально? На самом деле для Кореи даже, особенно раньше, это вообще норм приз, почти там, ну, 900 с лишним баксов, как бы это у них. Там, я не знаю, АСЛ надо, сколько там, за ро 16 вообще в АСЛе. Я даже забыл. Пятое, восьмое место АСЛ это 880 баксов. То есть меньше, чем у нас получается. Ну, не меньше, а примерно столько же. Да. Норм, чё? Вот он, Ourplay. Зелененький. Карта Fighting Spirit, вторая. Позиции 7 часов Powerplay, он 5 часов белый. Так, депохов барак. Здесь тоже депошечка готова. Барак у Монга пошел. Позиция непонятная на бараке, но в принципе ТВТ он все равно улетает. А тут похоже ЦЦ первая. Да, вот сюда вы Ourplay ЦЦ худока. Да, вот на ЦЦ даже чуть раньше рабочего можно было вывести, на самом деле. Барак пошел после цехи. Здесь, ну что, здесь факторка. А, ну это стенка такая, сюда кошечка. Мне казалось, что можно барак вот сюда поставить, и также стенка будет. Видимо, нет. С газа рабочих снял. На ГГК попал, ну, тут как бы никому не запрещено участвовать. Корейцы увидели и зарегились, получается, на кап этот. Знают, что Рус Brain по-любому приз норму сделает, как бы, ну, в смысле, призы все нормально там будет, видимо. Плюс Кирилла уже знают многие там. Плюс чоп ему не загеймить, тем более призовой такой скопился под конец турнира. Это еще в процессе турнира никто ничего не залил, как самое интересное. Так, тут Марик стреляет. Ourplay выпилил. Погодите, что он там выпилил вообще? Что он видел? А, ну он вообще, вот он только наверх пришел. Он не знает, где Монг вообще находится сейчас. У Монга лаба на факте. Танк готов, поехал первый. Поедет ли он прямо до оппонента своего танчиком, этим не уверен я. Каждую-то въехать, что это танк? Чего он тупит-то так жестко? Ну это, конечно, первый StarCraft, ну что танк совсем был. Каждый угол приткнулся. Можно было поехать понапрягать, кстати говоря. Да, едет танк. Марик, сейчас еще танчик приедет. Сейчас скоро будет. Армори пока не делает, что там голиаф какие-нибудь были, не знаю. У нас танк приехал. Начинает бункер стебать. Бункер горит все больше и больше уже. Вперед едет, уже третий Марик пришел. Второй танчик. Возможно, сиджить опасно. Почему? Потому что с КСМ-ки подсидженных танков могут... О, не вычинил Ourplay бункер. Это вообще провал. Как так-то, ё-моё? Это ГГ практически, ребят. Как можно в такой ситуации? Да нет. Ключевой момент в обороне — это вычинка бункера здесь, безусловно. Тремя танками Монг здесь только настебает. Ой-ой-ой, здесь просто жесть будет. Да и минки не спасут его, я вам честно скажу. КСМ-ки падают, танки просто пил-пил-пил. Как же они стреляют? Блин, танк вообще в первом старике, конечно, жесть. Другун, пока там его выставил, за эти полгода проходит. Здесь же моментально они все... расщехляют танчики. Так, а Монг все новое и новое сюда юниты ведет. Да, но правда Ourplay сверху культурами пытается заехать. Не знаю, что из этого выйдет. Действие, но... что-нибудь может разумное получиться. Минки есть. Да, есть минки. Маленькие минеры здесь выходят, а танки их прикрывают. Ну, ультуры приехали, и они должны были что-то здесь убить, какую-то экономику как-то надемажить. Но они ничего абсолютно не сделали, а здесь полосаду он берет, оппонент своего. Решил Ourplay, что пора выход делать. Нужно с ультуры вперед поехать. Мины нужно обязательно ставить, иначе ничего будет вообще. Танчики, конечно, падают. Но минки и своих взрывают. Как повезло, что вот эта минка сейчас не взорвалась. Если она взорвалась, это все сдохло. ГГ пишет, Ourplay 2-0 Монг, ребят. Что-то на изи чем пока. Так, у нас финал Бо-3. А, Бо-3, да. Ребят, я вас обманул, финал Бо-3, он победил, 50 тысяч забрал рублей себе. Красавчик. Если не читер, но не читер. Ответ очевиден. Без задержки возвращаюсь к вам я сейчас.